Окей, ребятки, ну что, всем привет, с вами Валерич Зебавитор. Да, всем привет. Продолжаем Warcraft 5. Арстру 5. Угу. Полетел, да? А как ты его убил? Сейчас сделаем дело. Блять. Он летит. А, не, он не сюда летит. Интересно, да, давай замечаем. Есть. Ого, летит. Перезарядочка. Блять, он, по-моему, а нет, к нам летит. Что там происходит? Где? А, во. Блять, он у меня летит. Слава, яйцам все обошлось. Нормально же, сбил, ешь, не везде. Красиво ты сбиваешь, да, за других людей убиваешь. Мирных. О, поехал так, наш окей. Пацанчик. Что у нас тут по заданиям? У нас есть, короче, задание на... А? Что за хуйня, блядь? Нехуй на дороге стоять. Пешеходного перехода нет, нужно... Ну, конечно, грунтовочка здесь. Так, у нас есть задание... Форт Дробменов. Хёрк. Mm. У Хёрка есть задание. Ну, и давай. Есть центр Клык. Давай центр Клык. Вот он находится. На чем поехать? Это машина должна быть. А, уже нету машин. Уже разбомбили, расколбасили. Да нет, вроде целая. Сейчас я починю. Ну ладно. Починим. Окей. Поехали. Да выключись ты нахуй. А, правильно. А, я в натуре. Это что, ты сгоревшую машину починил? Она не сгорела, она просто такого цвета. Она была живая. Да, было видно, будто она. Что вы, ребята, что на, ну, на кипище? Кипишует что-то. Так, это что-то свои, блядь! Чел просто родился в рубашке, слушай. Вот он. А тут можно на дороге смотреть. Блять, стол. Стоят, сука, торгуют жопой. А я второй торгую жопой. Блять, я умер, подожди. Я лежу. Полежурики делаешь. Прикинь, чел, вот этот броневой в машине поехал, сидел. Я умер. Сейчас, погоди. А, ты там... Почему посмотреть на эту картину, что там происходит? Я здесь полежурики устроил. Я понял. Полежурик. Когда ты мне полежурик сделаешь? Главное, чтобы не полежмурик был. Когда ты мне полежурик сделаешь? Уже ты нахуй сходишь. Ебаная ласка из суицида. С отряда самоубийц, блядь. О, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здорово, а шо мы здесь, блядь, устраиваем нахуй? Там подкрепление. Смотри, здесь... Здесь плохие люди бегают. Вот вырывает это слово, просто падлы бегают. А что, нам сюда? Парковка произошла, короче. Да, нам сюда. Да, нам просто... Волчары, суки! Что ты делал? Пизди, волка! О, нормально. Вышел, блядь. Ну, я понял. Ты уж так резко, зачем же ты так заехал? Ну, куда ты так заехал? Ёб твою мать. Всё резко должно быть. Ты должен быть прокачанным. Ты должен валить. Точно. Вообще просто на... Вальтер. На рефлексах. Ты что, живой?
Ну конечно, я бессмертный типа. Это моба сверху. Что это за истерический смех? Так скажи все-таки. Ха. Сейчас посижу немножко. И опять в бой. Скажи ха. Бляха, муха. Скажи ха. На мне. Скажи ха. Хана мне. Скажи ха. Ха. Скажи ха-ха. Пошел нахуй. Да, блядь, ну это было должно быть смешно. Что-то не очень, меня убили только что. А ты просто лежал и смотрел на это. Я вообще-то меня возрождал. Меня расстреливал, меня катовали. Я в тебе возрождал. Все разделали со мной, а ты просто лежал Яков, и смотрел. Яков сидит, сидит за нами, так что осторожно, пожалуйста. И машину из-за тебя проебали, потому что ты умер. Ну, зато мы на месте, слушай. Зато? Да. Окей. Так, окей. О, что ты творишь? Гадость ты такая. Нормально. Здесь один только этот оповещение. Блять, два оповещения. Ска. А, здесь еще, ну да. А, все, не успели, блять. Товари. Та умри ты. А, номер. На крыше. Опа. Песики, сука, не трогай меня. Ой-о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 й. Блять, я опять умер, то что ж такое? Она снова умерла. Но обещала вернуться. Хорошо. Кто она? Кто она? Кто она? Да-да-да. Поднимаю свою тёлочку. Ух ты. Не бегай, не кричи. О, во-во-во, этот. Начинает гатить. Перезарядка. Всё, зашибись. Блять, где-то играет. Блять, какого хрена? Не знаю, но меня она очень бесит, эта музыка. Меня тоже. Time to click. Yep. Вот эти псины всякие, да? Fang Central. Fang Central. Central. Вау. Welcome. Вот это декор, я понимаю. Да, они такие рады. Они... будем смывать этого пацана. Блять, они идут смывать человека со стены валиком. Да. Ну, тоже нормально. Давай. Ладно, посмотрим, давай. Они сделали эту работу или нет. Okay. О! Опять какое-то радиосообщение. Дрессировать кого? Чизбургер. Что-то не внушает доверие этот чизбургер. Хорошо. Так, что, берем здесь задание? Да. Вы что, нахуй мы его тогда освобождали, чтобы задание поехать в другой точке взять? Но это. Да. Не, ну-ка возьмем, давай же. Мистер, эй, мистер. Видишь, что это сняли? Бобенку. Теперь мне что не грозит. Спасли они волков, да я их расстрелял к чертям собачьим. Билку, чтобы сторожить пленников. Вообще-то. Тут у нас был медведь по имени Чизбургер. Он настоящая знаменитость. Обожает барбекю чеда. Но из-за диабета пришлось его посадить на диету. Даем лосось. Эдемщики хотели его забрать, так что я его выпустил. Теперь он разбойничает на свободе. Надо бы его найти. Убедись, что с ним все хорошо. Поймай пару лососей по дороге. Скорми чизбургеру лососей, и ты покоришь его сердце. Снова. Справа на оружие. Снова это до рыбного места. О, так не зря я удочку взял, слушай, как чувствовал. Сейчас будем ловить рыбку. А ты что здесь потерялась, женщина? Смотри, какая она огромная. Женщина, что ты здесь потерялась? Это реально женщина. Она, я думал, это мужик была. Вообще. Кхм.
Знаешь, почему у некоторых девушек жопа спереди? Ну, изнут. Потому что это не жопа, это половые губы. Я такой сразу на свою спутницу посмотрю. Ой, блядь, это свой. Как ты стреляешь, я понял. Да ну не туда. Как обычно, блядь. Вот это не туда. А чё волка не могу замочить? Что, волк? А, там медведь, блядь, бегает. Все, нахуй, я пошел отсюда. Михалыч. Там, походу, он нас спасает. Нас спасает? Ну да, она нас спасает. Там еще волк бегает. Ты еще можешь... Подожди. Садись, малыха. Сажусь. Поговорим. Что это? Тачку себе новую купил? О, чтобы... А, специальное местечко, да? Сзади, чтобы больше места было. Угу. Знаешь, что-то происходит? Раз, два, три, и в кювет. Почему сразу в кювет? А, по дороге, ни хрена себе. Ни хрена себе. Раз, два, три, и в кювет. А нет, не получилось. Так, лососей парочка нужна. Опа. Нужна парочка лососей, а как взять удочку? Подожди, я как-то брал. Ладно, не возьму здесь. Ловим лососей. Как я удочку брал? Лососину. Как я, блядь, удочку брал? Подожди. О, плывет, плывет. Вот собака. Как удочку я брал? Ой. Слушай, давай по другому способу рыбу ловить. По какому? А, вот, нашел на альт, блядь. Это такая рыбалка специальная. Хочется предложить вот. Ну? Таким образом. Так хотел ловить. Походу лосось всплыл. Да-да-да, я хотел так попробовать. Не знаю, словилось там хоть что-нибудь. Где, блядь? Да нифига нету. О, есть. Давай, когда ты будешь вытаскивать, я... кинул что-то. Есть. Тащу, блядь. Тащи ее. Смотри, блядь. Ебать, ух ты, блядь. Че, смотри, как тюхается, а? Ты видел, а? Ебать, вот это скидывается рыбка. Нахуй мне дно. Ничего не вижу. О май гад. Дай хоть посмотрю, как ты ее тащишь. Ох ты ж нихера себе. Ебаса. О! Плюс два лосося. Ебать, видел эту хуйню, смотри, блядь, какая она большая. 13,7 унц. Прикинь. Ща, подожди, я еще хочу словить. Блядь. За рыбу вам хорошо заплатит в любом магазине. Я хочу немножко половить. Давай половим. Нужно потихоньку подматывать как-то, понял? Точнее, искать вообще, где он. А, вон он скидывается. Батя закинул. Опа! Есть! Сука, блядь! Там олень на той стороне убежала. О, тянется, малышка. Бля, эту удочку и так. Если бы я так ловил, меня бы дед уже давно как треснул бы по лбу, нахуй. Под затыльник отдал бы. Ну ты что творишь, блядь, удочку сломаешь. Есть. Ой, блядь. Одну. Ебать, она телепается прикольно. Я, блин, аж выпал, короче. Не... О, вон. Вижу. Что, нету? Опа, есть, малышка. Да, давай рыбку сюда, нахуй. Так. Чавыча, шо, блядь? Я в натуре так рыбу ловил. Я ставил чавыча. Ой, я порвал леску, прикинь. Ну это ж этот лосось.
Чавыча? Да, чавыча! Я леску порвал. Охуеть. Там что-то плывет. Чавычи поймано. Испытание пройдено. Блять, это тяжелое. 14.27 я слышал. Ну я тоже такой. Что, блять? Парашют открыт. Ты подводной охотой решили заниматься? Мне интересно, сколько за рыбу заплатил. Еще. Есть. Вот так вот, вот так вот. Эй, иди сюда, малышка, давай, 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 давай. Так вот так, опа. Ага, нужно. Когда оранжевая леска, ему нужно попускать. Ну, конечно. Натяжение такое, блядь. Давай, рыбка. О, есть еще. Такую рыбку не хочешь? 13,9. Сука. Слушай. Неплохо. Ну, да ладно. 700 метров. На чем, а на чем мы поедем? Хорошо. Не знаю. Нахуй, это вот машина вообще-то застряла. Я ни при чем. Вы явно динамитом рыбу не получает. 7 лит. Давай, и иди это... сюда. Давай, я тебя сейчас ловлю, мой маленький. Только давай без приключений, слушай, как мы любим. Из каких? Таких, когда он летит прям в нас. Она... Ты что, дурак? А на кого он? Не знаю. Блять, ну что, не на нас обидно вообще-то, малыш. Мы думали... О, подожди. А здесь баллистики вообще нету, да? Типа, когда сука, стреляешь, блядь, туда. Ну, немножко так. Есть. Немножко есть, ты чё? Не, есть, есть что. О, кто-то здесь есть, стоит. Что здесь? Пассажиры. Ага. Вон, малыш. Еще там где-то дальше. Там и машина стоит. Кто-то едет, но это не к нам. Все, давай, садись, малыш, поехали. Опа! Что это? Кто это? Вот писюн газированный. Да какого хуя музыка играет? Все, выключил. Здорово! Здорово! Ревнует просто пацанчик. Да пошел ты. Просто. Пошел ты! Вот так вот. Здрасте, ебать. Блять, подожди, я таблетками закидываюсь. О, Виагра в деле, писюн на пределе. Поехали. Слушай, я действительно, я переименую канал как-то, слушай. С Валерыча, Виктор и Валера. Ага. Давай. Ух ты, блядь. Ебать, он меня вынес. Вилерка, вот так назовись. Вилерка. Вилерка. Или просто Виагра. Виагра. Слоган. Глотни Виагру. Не, глотни Виагра. Будет хуй, как у Яка. Ага. Прямо не знаю. Как у него, да. Да. Ну, он, наверное, будет, как у ебаки, да? Не, этого Иосифа маленький, потому что у него комплекса много, знаешь. Тихо. Та сука, блядь. Подожди. Хули он такой мощный, я что-то не понял. Випсектант. Випсектантище. Понятно все с ним. Здесь кто-то есть, да? Медведь, Мишка, выходи. А.
Мишку ищем, да? Михалыч. Михалыч, чизбургер. Накормить тебе нужно, Михалыч. Я вижу. Иди к чизбургеру и дай ему лосося. Этот мохнатый малыш у тебя с рук есть будет. Вот мохнатый малыш. Блять. Я дал ему покушать. Ты гранату ему кинул. Это была дымовая. Ух ты, блять. Лосось. Лосось я люблю, блять. Ну, гладь, гладь его. Ты смотри, какой маленький. Му. Я бы себе домой завезел. У него, кстати, ошейник с чизбургерами. Сладенький такой. М. Ага. Так. Домой бы он забрал. Меня, меня кот ревнует, прикинь. Пришел ко мне, говорит. Какой. Не дайте сектантам забрать чизбургера. Я им, сука, заберу. Это наш ручной медведь. Писюны. Идите сюда. Да как, блин, я же лечился, типа. Иду, иду, иду. Поднимайся, в школе лежишь. Полежай. Не время полежу. Полезать захотелось. Хорош там этот. Но полежурики сделал, да? Ух ты, блядь. Сейчас я тоже полежурики сделаю. Заебали, почему у них у всех музыка играет, блин? Пиздюки. Задолбали. Вот еще двое, да? Ой, ебаник ты. А где он? Приехал. Как приехал, так и уехал. Ты добивай их. Где именно? Где наш Валерчик? Нихрена себе! Говорят, тебе удалось найти человека. Валерчик! Но значит, теперь ему ничего не грозит. Да, кстати, уже не дали ему чизбургеров. У Мишки диабет. Мишки диабет. Угу. Приласкать. Погладить Мишку. Погладить. Ух ты, блядь! Я только что в штаны наложил, думал, меня сожрали. Бывает. Так в натуре он понял такой резко, оп. А, смотри, ебать. Хули ты с Мишкой лежишься, а со мной нет. Вообще неправдано. Оправдано. Оправдано, не оправдано. Оправдано. Не. Ладно. Шоколадно. Он теперь с нами. Давай следующее задание. Ша, смотрю. Смотрю. А, ну рядом, кстати, нормально. А, у нас такой... сопротивление уже почти. Почти на всю. Почти на всю. Подожди, да я зайду. Облизывает, облизывает, смотри. Субтитры, а я лежу. Нахер. Субтитры, понял, музыка. Ну, музыка выключена. Убегать. Что за хуй-то? Это может. Да блять! Может я выключу, а? Нихуя не выключается. Ага. Да вы зайди, уничтожь эту машину нахуй. Да не, я в этой машине. Я типа сел, а там музыка играет. Ну почему, если я ее отключил, она, по идее, не должна играть. Ну, радио тоже нету такого, чтобы подключить прям. Там езжай, езжай. Ну, где автомат? Нету, сука. Специально, чтобы вырезать вот эти части, понимаешь? О, уже не играет, ага, слушай. Спасибо. Опа! Я ж его застрелил первее, чем ты его переехал. Ой, блядь, это свои, да? Это нет, не свои. Что здесь происходит это... на дороге, я не пойму. Что это было, блядь? Не знаю. Там те пиздятся, а какой-то волк оленя хуярит, блядь. Это жопа просто. Что жопа, происходит жопа. Здесь? Жопа. Это адская дорога, блин. Вау. Вау, вау, вау. Что здесь, где летает? Так, о. Как колбасит, а? Как 42-го. Куда побежал? Стекло, блядь. О, давай. Мишка бежит, Мишка бежит, наш чизбургер, наш Валерчик бежит, опа, а где так-то? А это наш. Ты же простой гражданин Америки, как и я. В общем, это заумный мухлёж с избирательными районами, как-то так. В общем, когда наступят выборы, может оказаться, что я провалился, потому что долбанные сектанты не стали голосовать за меня.
них что угодно можно болтать, но на выборы они ходят. Вот так и выходит. Чтобы выиграть, мне нужно вернуться в прошлое и так передвинуть избирательные районы, чтобы не учитывать сектантов. И это наводит на одну мысль. В смысле, блядь? Если бы демщики просто не явились... Да не в патика, лаврат! Ахуй, я это сделал. Зачем ты своих пьешь? Ты не скажешь мне? А я поднимаю. Он еще горит. О, кого я вижу? А хули ты меня пропал? Ассистент! Что там? О чем же я говорю? Я не слышу тебя. Ах, да. Вот я ничего чтобы не делал. Выиграть, мне нужно вернуться в прошлое. Теперь слышу. Я понял. Избирательные районы, чтобы не учитывать сектантов. И это наводит на одну мысль. Ой, это вот было здесь. Расскажи мне, пожалуйста. Это все чел там. Блять, видел, как он игрался, он кинул тебе молот. Решив реально уничтожить. Очень поможешь, если ты понимаешь, о чем я. Конечно, я не приказываю тебе никого убивать. Это же противозаконно. Что? Это ведь технически противозаконно. Огненный из великолепной четверки. Ага. Тут стало чуть меньше. Че ты горишь, блядь? Дай помогу тебе. Сука, ты это видел? Да нет, это Валерочек наш. Не бойся. Не бойся, Валерчик никого не тронет. Он тебя просто понюхает. Кого я вижу? Как ты заебал, ассистент. Давай пропустим. Я знал, что у тебя есть мозги. Так вот, в общем, махинации по-дратмански. Вернем Холл, былое наличие. Величие, наличие, блядь. Там все равно? Шевелись. Бля, на туре почти выполнили. Там хрень осталось. Ва-ва-ва. 1200 метров, а можно здесь... А, машина, да. Мишка, извини, для тебя места... Да, пожалуйста. О, слышь, я запишу в тетрадь, что ты хороший человек. А? Там тетрадка лежит спереди, я вас запишу в тетрадь, что ты хороший человек. Ага. О! Запишешь, конечно. Практически. Стой! Ну не, блядь! Не так это должно было, это закончится. Вообще не так. Я снайперку только достал. Я только достал свой ствол. А надо ствол. Было сразу достать. Я только достал свой ствол и все. И все пошло по пизде. По езде пошло все. По езде, по пизде, да, уже не важно. Это мы, вот этого мы уже не узнаем. Когда ладно. Изберут, приму закон об обязательном ношении оружия. Поехали. Для всех жителей Монтаны, чтобы такое больше не а, ни машины нету. А можно ее взять? Нету машин. Машину не дают нам. Мы себя да. Плохо вели. Вертолет где-то летит. Самолет, вообще-то. Летит к нам 100%. К нам, прям да. Обнаружил цель. Вот сука. Сейчас ты у меня обнаружишь свою смерть, нахуй. Чтобы попасть нормально, чтобы ты умер. А где ты? А, он к тебе там целился. Я думаю, почему я к нему попасть не могу? Мишка плавать даже умеет. Где он? Хрест, ну, давай. Ты. О, ни хрена себе. Ты куда он улетел, блядь? Ты попал в него. Серьезно? Да. Серьезно попал?
Да. Что? Что с ним такое? Да вроде тишни. Да не, он полетел. Ну, не знаю, значок пропал, я думал, ты его убил. Слушай, а что? Хрен знает, что с ним, короче. Ядерку, что ли, скидывает? Подожди, ладно. Угу, наверное. Летает вообще, он похрен, смотри. Ебать. Он очень высоко и так не нужно. Хрен знает, что с ним случилось, конечно. Ну, баги, привет. Баги, Far Cry 5. Он просто летает. А нет, он что-то видел только что. Он еще начинает летать. Я думал, ты его убил. Ладно. Я летели. Тоже на момент мне показалось, что я убил. Думаю, ну полетел куда-то аж вверх, блядь. Полетел? Что за херня? Ну. Ну и хуй с ним. А, из виду потерял цель. Понятно, все с тобой. Конечно. Ну, это ж не ты, блядь, вверх полетел. Я бы, наверное, тоже с такого расстояния нихуя не видел. Полетел он. Что? Штурмуем снова? Доберитесь до перекрестка. Ага, доберемся сейчас. А что там на перекрестке? Здесь опять какая-то херь происходит, блин. Жопа полнейшая. Опа. Это свои вроде бы. Свои, да. Уже не свои, блядь. Михалыч, уйди. Перекинули. А это? О, это тоже свой. Он по нам начал стрелять, пошел ему очко. Mm-hmm. Я понимаю. Есть тут всякие, блин. Как за брата, но... Братан. Килосало за килосало. Ну, успел, да? Успел, успел. Волки позорные. Я вообще не могу его на показ. Блять! Горю. Да ёб твою мать, что здесь снова да происходит? Да что ж такое, блять? Сука, я, короче, перемещаюсь, беру вертолет и на вертолете нахуй. Что меня уже это задрало? Что за херня, блять? Спасибо, медведь. Ты самый лучший в мире медведь. Я поставлю тебе памятник. 700 дай машину, падла. Блять, я еще машину взорвала. Да дай машину, блять. Сейчас нужно пролететь. Иди сюда. Нужно на костюме пролететь. Нет? Мишка там качается от того, что подгорел немножко. Качается? Он ты машину нашел. Угу. А я? Я ж не полетел никуда, я ждал тебя. А тебе лучше не лететь, так как я лета. Блять, опять она загорелась, прикинь. Серьезно? Угу. Какого хрена? Просто так горит, плохо, ни хрена себе. Мы сегодня не доберемся, короче. Пизда, я упал. Ну как, у меня этот костюм не открылся, охуеть. Задолбали, мне дают добраться. Чё, кто там? Ну чё, сейчас появишься? Я знаю, сейчас появишься. Only you. You. Не дам пизду. Это к чему? Гриф мне так, знаешь, на всякий случай. А дальше посмотрим по твоему поведению. Сука. Ой, я лечу. Я уже не лечу, ладно. Грош цена твоей волосатой. Словам. Пиздец. Мы практически добрались. Не, ну вот, знаешь, может, зрители хотя бы когда-то хотели бы увидеть, да, как мы добираемся пешком. Вот, пожалуйста, блядь. Ну, не все, что ускорять там. Хрень, вертолет летит. Приземлись, сука. А, приземляется.
Они же. Дай вертикс. Капли. Ты что творишь? Пошли. Ты сотри, ну, блин. Взял, раскрутился и умер, блин. Умер. Что за дела? Ну, не выдержал. То, что его туда-сюда качало. Блин, я просто не выдержал, и все. Угу. Пойми ты. Пойми ты, малыш. Очень сильно пацана закидало. Стой, 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 стой. Там нужно пару людей убрать. Ну давай. О, заметили, сука. Сидит. О, едет парни. И ты что, охренел? 76-миллиметровым валить нас. А то я сейчас достану свой ствол. Куда он поехал, блядь? Ты же самый какой-то летчик, блядь. Нет, он едет к нам. Задолбал ты. Да что ж так? Какого? Мишка, какого хрена ты не работаешь? Титанты, ага, и я все как всегда. Зачистить треба. Просто нарезать вот с моей смерти, это пиздец будет. Вы издеваетесь, и все, блядь, с этими приехали? Угу. С пулеметами. Так здесь тоже есть пулеметы. Да что ж такое? И у всех музычка, блядь. Умер. Издевается над нами. Еще лучше взрывчатка. Пошли вы нахуй со своей взрывчаткой. А, ты пулемет нашел? Молодец. Я не нашел, он здесь и был. А, ну да, я забыл. Я, блядь, одну прижил. Я с пулемета пацана убил. Зачистите перекресток. Стой, не уничтожай. Так вот. Кого еще нужно? Там сидеть, блядь. Да? Кто бегает тут всякие, блядь. Вон там летает. Где-то. Вот как? Вот как его убить, если он хрен знает где? Кто? А вот он висит. В воздухе. Все. Все, зачистил. Все, забакованная херня. И все! Вернем. Былое величие, да? Мы с тобой вернем Монтане былое величие. Слушай-ка, может возьмешь старушку Нэнси? Будешь старушка Нэнси? Повсюду, и мои будущие избиратели поймут, что они под надежной защитой. И прошу, не привози сюда больше младшего. Никогда. Младшего. Это он про меня или про тебя? Ну не про Мишку же. Хрен его знает. Так, подожди. А где я выкинул свое оружие? Блин, а у нас уже здесь сюжетных заданий, по идее, нету. Да? Угу. Только допки остались. А, тут что-то одного уже мало осталось, по-моему. Угу. Херня вообще осталась. 1000 так. Где-то опыта осталось. Это придется допки выполнять. О, допки выполнить, ничего страшного. Вертолет снова летит, сука. Да что ж ты такое, а? Ебай, меня уничтожил. Как так-то, а? Черт собачий. И тебя тоже, да? Ну, угу. На этой грустной ноте, а может быть и веселой, мы завершим. Угу. Всем спасибо. Всем угу. Пока. Всем пока-пока.